короче, там этот. Сразу же этот идет Камера, да? резкий обрыв. Лучше вообще не включить, я сейчас обратно поеду. Не, я сейчас подъеду до краю, так посмотрю. Ну да, тоже вижу вот эту фигня тут. Город, короче, находится не на земле, а просто в воздухе. Не. Я потихоньку вот так еду сейчас. Да, тут вот эта фигня. Обрыв. И пустота. Мне страшно туда ехать. Ну там текстуры нет и все. Ну в том-то и дело, что там пустота. Нет, там не пустота, там она в определенный момент заканчивается, но там очень далеко просто падает. Я так сейчас вот езжу как по асфальту. Капец, мы там на 9 километров просто отстали. Я еще решил видос записать, вот сейчас записываю. С этой фигней. Блин, да вообще жесть, конечно. Там скинь. Да, загружу сегодня, скину. Ой, а тут это... А здесь эти текстуры кончаются. Слушай, да что? Блин. Рваные такие. Опять заново ехать. В смысле заново? Да я тут об мост немного поскребся и все. Чё это? Я не хочу сюда заезжать. Нет, нормально. Да вот здесь какая-то поверхность, смотри. Давай. А, нормально все. Вы там, слышите, не уезжайте в город? Не-не, туда не уехать, я тебе говорю, там пустые текстуры. Да? Да, там, говорю, нету текстур просто. До него не уедешь. Слушай, там максималка, что ли? Я-то на 90 тут еду, по вот этой поверхности. Я посмотрю, да. А потом ехал, ну, как гоночный, полит. Как асфальтированные дороги. Ну? Да, там не уедешь, там просто пустые текстуры. Даже не по асфальтированной, как по этому называется. Просто по обычной дороге. Да. Нет, даже не по обычной, а по черной. Ну да, потому что немножко скачет. Го гонки устроим. Чёр я на Альфа Ромео своей. А? Да. А то тебя выкинет туда. Блин, вот это я лечу, капец. 316. Ебать. Все задрифтил нахер. Блин, ну это прикольно, конечно. Че, гоу, пошли там глянем, да, что находится. Гид, слева там. Да, вот здесь слева что-то находится. Не, ну может здесь какой-нибудь проезд есть, не знаю. Здесь рваные текстуры нет, наверное, не проедешь. Короче, рядом с островом ехать, да, под максималку. Ага. Тихо-тихо, не толк-то... Врезаться нельзя. А то камера это включится и все. А. Вот можно было бы, да, как-нибудь отключать, да? Угу. Чтобы не было. Не улетай, я слепстрим. А все, тут уже такая начинается поверхность. А может мы просто заехали? Блин, смотри, это как, знаешь, это как в фильмах таких это. Чувак, короче, где такие черные эти текстуры. Сейчас за. Чувак рядом со мной едет. Да? Да. Прочухал эту систему, да? Нет, он этот, он именно, ну, это как бы по дороге обычно. Видимо, не понимает, что за фигня. Ну-ка, он там пишет что-нибудь. Не, ничего нет. Вот да, он, прикольно. Э? Дальше продолжаем. А, да я знаю, это я остановился просто, смотрю камеру, карту. Ну вот здесь вот еще есть места, вот я смотрю, на юге. На южном за... побережье. Это меня подождите, я сейчас еду там. Да мы тут на месте, ну я на месте стою. Тут интересно, здесь где-нибудь можно заехать? Вот еще тут место есть такое. Я просто еду. Слушай, тебе прикол на скрине? И чё? Так нас это могут забагинить, что забанить так. И забань за это.
Это глюк игры самой, в PvP мы его не используем, то есть... Блин. Мы используем его в своих целях. Используем в своих целях, но это не мешает другим игрокам. Это мешает игрокам подключиться к сессии, ты не понимаешь. Ну да. Сейчас прикинь то, что загрузится, который под водой чуваки ездят, другие штуки 4 как раз. Как затонуло Атлантида, блин. Угу. И как, короче, в неё...